смотри, что тебе передали игроки хоккейного клуба «Витязь». Это клюшка, где все они расписались для тебя, чтобы ты скорее выздоравливал. О своей беде, рак головного мозга, Сережа узнал всего полгода назад. Мальчик растет в многодетной семье, поэтому средств на лечение нет. О своей беде он рассказал в письме любимой хоккейной команде. Недавно мы узнали, что один из наших юных болельщиков сильно болен, и ему необходима сложная операция на головной мозг. У него обнаружена опухоль, и мы не могли не откликнуться на призыв о помощи. Сегодня игроки русских «Витязей» вышли на улицу, чтобы раздать листовки и рассказать людям о Сереже. Спортсмены прониклись историей своего болельщика из Красноармейска и решили потратить свободное время между тренировками на доброе дело. Мы, игроки клуба «Русские Витязи», в свой обеденный перерыв пришли помочь своему самому главному болельщику, который борется не только на хоккей, борется со своей болезнью, Сережа Герасименко. Раздаем листовки, чтобы люди помогали, чтобы мы сплачивались и эту болезнь побеждали вместе. Мальчику сделали уже две операции, но рак не отступает и опухоль продолжает расти. В сентябре его ждет очередной этап лечения. Любая помощь мне была приятна, потому что я одна воспитываю троих детей. Живем мы на съемной квартире. Работаю я педагогом доп. Образования в детском юношеском центре. В общем-то, весь доход – это моя зарплата. Ему постоянно требуются дорогие лекарства, в том числе и гормоны, потому что щитовидная железа полностью разрушена. Вот. И в ближайшее время, в сентябре месяце, ему должна быть сделана повторная операция. Каждый посетитель магазина «Атрибутики Витязь» может принять участие в судьбе мальчика. Здесь установили ящик для пожертвований, а вся прибыль от сувениров будет перечислена на расчетный счет семьи Герасименко. Хочется скорее выздороветь, чтобы все это закончилось. И огромное спасибо всем тем людям, которые помогали нам. Наталья Кобзева, Игорь Лагутский, телекомпания «Чехов-ВИД».